Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Театр юного зрителя Республики Саха-Якутия, самый северный театр для детей и молодежи, сердечно поздравляет Севастопольский театр юного зрителя с замечательной датой. 16 февраля исполнится 33 года со дня основания вашего театра. У театра юного зрителя особая роль. Очень часто именно здесь маленький человек впервые видит сцену артистов, ожившую сказку. И от того, какой будет эта встреча, зависит, полюбит ли он театральное искусство, станет ли заинтересованным и понимающим зрителем в будущем. Многие поколения режиссеров, актеров и других работников сцены создавали настоящее и будущее Севастопольского театра. Оставляли добрый след в памяти детей и взрослых. Успешная творческая работа Севастопольского театра – это результат напряженного труда и постоянного творческого поиска. Желаем вам новых достижений, несмолкающих аплодисментов и удачи в добрых начинаниях. С праздником!